какой красивый, да? Какой я красивый. Хотите сказать место? Какое красивое место. Так что давай выходим. Подъехали. Природа, море, история, все в одном месте. Экология очень чистая. Ужасное красивое место, в самом деле, друзья, это Сливки, Ташуджу. Все здесь, все есть. Для человека все есть. Песчаные, длинные, широкие, чистые пляжи и яхты. Можно кататься весь день. Здесь есть русская школа. Здесь есть просто для молодых развлечений. Очень хорошее место. Не только красивая природа и не только море, солнце. Здесь именно для молодых тоже очень красивое, хорошее место есть. Так что, друзья, с вами компания Arbatoms. И добро пожаловать на наш канал в Ютубе. Если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписываемся, друзья. Подписываемся, чтобы вот эта красота все увидеть своими глазами. Так что здесь что есть? Очень много дикая природа и скрытые пляжи есть. И аппарат, ты знаешь, рядом есть Тисан. Да. Тисан вот такой очень... Очень красивое, известное место, но, к сожалению, много иностранцев еще не знают. Там очень красивая природа и море чистое, такой яркая погода. Там очень, климат очень хороший, в самом деле, друзья. Там и остров, там в середине моря остров. Очень такой яркая жизнь там. Так что еще что есть? Здесь есть еще Сливки. И середине Сливки такой длинный, широкий река Гёксу. Название Гёксу. Гёк – это небо, су – это вода, друзья. Просто это украшает наш город, родина. Река очень длинный, большой. Есть Ташуджу. Ташуджу, именно Ташуджу известен из, от чего вы знаете, друзья? Своим пляжем. Поэтому местные тюрки тоже сюда приезжают именно Ташуджу купаться, загорать, отдыхать, потому что там мелкий-мелкий песок. Мелкий-мелкий песок, песчаный, длинный, 7 километров пляж, друзья. Там даже название Кум Махалиси. Кум – это песок, Махали – улица. Если переводится как? Уличный песок? Как? Песочная улица. Песочная улица, друзья, даже так называется. Так что Ташуджу. Еще есть здесь такой рай, ад, пещера. Очень богатая история, друзья. Пещера, рай. Я вам обязательно рекомендую посмотреть, туда съездить, посмотреть. И Кыз Калесе тоже есть. Девочки, крепость, друзья. Так что еще что есть? Есть Узунджабырч. Мы с тобой там были. Колонна. Помнишь? Мы с тобой. Узунджабырч, где колонна стоит. Вот так. Там... деревянный город, такой очень-очень старый город, деревянный город, друзья. И много людей это место тоже не знают. Это находится в городе Сливки, от Сливки где-то 10 километров. И внутри очень красивые, богатые истории, друзья. Там очень красивые, в самом деле. Наш оператор вам все показывает параллельно. Еще здесь что есть? Что? Калны диване. Это, я не знаю, это там очень страшная история. Мне тяжело это объяснить. О, там страшная история. Калны диване очень красивые, в самом деле. Почему я вам это все рассказываю? Просто, чтобы вы знали город Мерсин, город Сливки. Здесь жизнь очень интересна. Все вместе. Вот море, гору. Природа, вот там крепость, крепость Лиманкалисе, это, между прочим, маленькие крепости есть везде здесь, везде. Вот видишь аппараты, да? Вот там крепость есть. Да, да, вижу. Вот Лиманкалисе, раньше мы там как-то в детское время ходили, посмотрели, работали там. Короче, здесь все
вместе в одном месте, поэтому вот эта колоритная жизнь, туристская жизнь, можете здесь увидеть солнце, море. Это однозначно никогда не уберем. Это всегда здесь будет, есть. Но вот эта природа, вот эта история действительно нам дает просто мотивация. И больше хочется с вами здесь это все поделиться, посмотреть. Поэтому я вам что говорю, друзья? К сожалению, альтернативы нету, кроме Турции. Турция – это уникальная страна, интересная страна, перспективная страна, друзья. Еще город Сливки, тоже очень перспективный город. Здесь работа всегда можно найти. Очень много русскоязычных людей здесь работает. Почти 13 тысяч русскоязычных людей здесь живут, друзья. Поэтому есть русская школа, поэтому есть русская церковь. Православная церковь есть, поэтому есть здесь детский сад русский, но большинство русские дети ходят здесь, турецкие школы, государственные школы ходят, друзья. Так что здесь вот такая жизнь, друзья. Я вам обязательно рекомендую просто здесь отдыхать, наслаждаться, не обязательно купить недвижимость, правильно. Но, между прочим, здесь недвижимость дешевле, чем в других городах, в Сливке, Ташучу, потому что только что развивается здесь. Можно получать турецкое гражданство, можно получать вид на жительство, друзья. Здесь вид на жительство тоже можно получать. Здесь просто жизнь, жить и чувствовать себя как человек. Это моя родина. Я это столько раз вам говорил, много раз говорил. Но еще раз буду говорить, друзья. Много раз буду говорить, потому что действительно здесь просто что-то есть, как магнит. Кто попадет здесь, не хочется обратно возвращаться. Вот наш оператор уже четвертый год здесь. Не надоедает, не уезжает. Уезжает обратно через день здесь. Правда? Через день здесь. Сразу любит, потому что это любовь. Это любовь, это желание. Это просто жизнь, друзья. Здесь такая жизнь. Так что любовь не обязательно женщина, мужчина друг друга будет любить. Любовь бывает на море, да, на гору, на машине бывает, на дом, квартира, на яхте бывает. Вот такой красивый, хороший яхт. Бывает на дерево, сад. Любовь вот такой именно. Поэтому надо, человек должен что-то любить. Как-то человек любит, это мотивация для жизни. Так что еще есть? Аппаратор, ты тоже здесь живешь уже постоянно. Что еще можно добавить? Для меня самое здоровье и... Здесь ты ходил? Врач ни разу не ходил, да? Здесь, потому что вот это все солнце. Климат, это море, солнце, это все. Врач, друзья, вам не надо здесь к врачу идти. Здесь вы не будете болеть. Здесь нету мороз, снег, минус здесь не бывает. Здесь часто климат так резко не меняется, стабильно просто, стабильно, медленно меняется. Лето, весна, осень, зима, вот такой меняется. Нету такой сильной погоды, климат не меняется. Это все еще параллельно вы можете экономить, друзья. Поэтому вам здесь не надо шубу, ботинки купить. Здесь просто покупает одна рубашка и джинсы. Можете долго время ходить. Я, например, вот наш аппарат уже четвертый год вижу одно и то же штаны, да? Шорты. Шорты, одно и то же штаны. Ты хотя бы иногда и стираешь? Ну, раз в год. Вот рубашка и штаны одно и то же. У тебя уже 4 года. Стабильный, да. Так что, друзья, мы вас любим, уважаем. Моя задача, что вас направить в хорошую сторону, чтобы вы были здесь, в Турции, счастливы и довольны, друзья. Потому что я турок, я местный здесь. Моя задача своей родины, Турции, очень правильно рекламировать, потому что лицо Турции – это я. Так что, потому что репутация очень важна. Репутация получать – это очень долго, но потерять за минутку. Поэтому для меня ваше счастье здесь жить,
потом остаться довольны, счастливы. Для меня это важно, друзья. Я очень люблю, когда люди здесь начинают жить и потом свою жизнь меняют в хорошую сторону. И я это к своим глазам как-то смотрю. Вот 4 года назад, например, Никита был совсем простой, такой маленький ребенок был. Сейчас уже выросли, совсем другой человек. И выросли уже большой человек. Что-то откормили, много кушает, между прочим, не можем его остановить. Так что всем удачи, друзья, берегите себе, обязательно дарите себе посмотреть наш город Сливки, друзья. Здесь вам нужно просто минимум 4-5 дней проводить время, посмотреть вот это все красота. За полчаса вы можете попасть на горы, красивое, хорошее место, и сразу через полчаса на пляже купаться, отдыхать. Так что здесь кушать и ресторан, кафе тоже очень дешевле, чем в других городах. Поверьте мне, вечером... Помимо вечера-вечера мы три человека в ресторане сидели и затратили только 680 лир, все кушали. Три человека кушали много что угодно, но затратили 680 турецких лир. Сколько евро, я не знаю, но 20 евро, вот три человека за три человека. Так что всем удачи, берегите себя и любите себя, друзья.